Тогда давайте стартуем. Я на прошлой лекции вам задал такую простенькую задачку. Хотел бы выяснить, вообще задумывались вы над этой задачкой или нет. Кто решил эту задачку? Поднимите руку, пожалуйста. Все понятно. Значит, задача была такая. Вот мы с вами ввели сидерический период. Это период полного обращения планеты вокруг Солнца. И синодический период – это период повторения какой-то одноименной фазы. Ну, например, конфигурация. Например, противостояние или оппозиция. Так. И вот через какой-то промежуток времени эта фаза повторяется. Я попросил вас вычислить, получить вот эту формулу или вот эту формулу. Делается это чрезвычайно просто. Так. Сейчас, минуточку. Значит, смотрите, что получается. Вот давайте начнем с момента противостояния, да? На примере Земля и Марса. Это самое ближайшее расположение Марса. Как вы знаете, по Копернику Земля вращается, она ближе к Солнцу, вращается с большей скоростью. Ну, скажем, за месяц пройдет вот эту дугу. Марс вращается со скоростью меньше, поскольку расстояние больше. Пройдет дугу такую. И вот смотрите, у нас Земля переместилась сюда, Марс переместился сюда. Земля переместилась сюда, Марс сдвинулся сюда. Так. Разница скоростей, ну я беру 360, деленное на период обращения Земли, 365 дней. Это будет 360, деленное на t со значком Земля. Это стандартное обозначение Земли в астрономии, кружочек с крестиком. А Марс – это вот кружочек и со стрелочкой примерно 2 часа. Марс отстает и двигается с угловой скоростью 360, поделенной на t. Это период сидерический у Марса. За время, равное s, это синодический период, у вас набежит разница. Вот за счет передвижения вот такого, разница ровно в 360 градусов. И будет у вас вот противостояние, скажем, вот здесь. Поэтому, умножая вот эту разность в скоростях, умноженная на период, это будет 360 градусов. Делите на 360, получается вот одну из всех формул, которая была здесь. Все очень просто. Но в наказание задаю следующий вопрос, раз вы не решали. Какой период сидерический или синодический можно определить, ну, скажем, давайте, для планет? Вот что мы из наблюдений можем определить? Какой период из этих двух? Синодический. Синодический. Это первый вариант. Еще варианты есть? Ответ совершенно правильный. Потому что, смотрите, как мы можем определить сидерический период обращения Марса? Для этого мы должны оказаться на Солнце, правильно, да? И Солнце смотреть на Марс, который располагается по отношению к звездам вот в этой группе. Через полный оборот Марс окажется в этой группе. И если мы, конечно, находимся на Солнце, но мы-то находимся на Земле, поэтому мы можем определить только синодический период, а вот эта формула позволяет определить вам сидерический период. Ответ на вопрос. Так, ну а теперь переходим к основному вопросу. Законы Кеплера. Что мы с вами знаем? Мы теперь убеждены в том, что Солнце в центре, вокруг Солнца вращаются планеты. И, конечно же, Кеплер был сторонником Коперника. Конечно, Кеплер задумывался над тем, а по каким законам вращаются эти планеты? Какие закономерности у них есть? Это первый вопрос. А второй вопрос еще более глубокий. А какие причины, заставляющие планету вращаться именно так, как они вращаются? Вот ответами на эти два вопроса мы сегодня с вами и займемся. Но прежде чем переходить к Кеплеру, я хочу два слова сказать о его предшественнике. Тихо Браге. Выдающийся астроном, датчанин. Так? Он не был сторонником Коперника. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы опровергнуть Коперника и предложить свою собственную систему.
У него очень хитрая система была для Солнечной системы. Так? Он был великолепным наблюдателем. Вот для того, чтобы доказать свою систему, сейчас я скажу о ней, так, он 20 лет непрерывно наблюдал Марс. Занимался вот этой скучной работой. Наводил на Марс, определял координаты. Через некоторое время наводил на Марс, определял координаты. И так в течение 20 лет. Ну, два слова о Тихо Браге. Вы, люди университетского образования, должны знать несколько больше о личностях, которые открывают определенные законы. Ну, Тихо Браге вообще-то принадлежал довольно состоятельной семье. Так, получил наследство и поэтому мог заниматься астрономией в свое удовольствие. Кстати, по характеру он был вообще-то, можно сказать, немножко шалун, так, избалованный человек. Так, приводит такой случай, что он в своей обсерватории напоил ручного лося пивом, заставил его подниматься по лестнице, лось рухнул. Ну и другие у него прегрешения были. Ну, вспоминайте, Лобачевский тоже гений, но, как вы помните, он на лошадях катался по двору университета. Ну хорошо, главное, конечно, не это. Будучи молодым в 14-м возрасте, родился в 46-м году, в возрасте 14 лет, он наблюдал солнечное затмение. Это солнечное затмение было предсказано астрономом, был страшно удивлен, с какой точностью было предсказано это солнечное затмение. И вот этот факт так, заставил его заниматься астрономией профессионально. Затем, чуть позднее, он обнаружил новую звезду, вспышку звезды. Сейчас мы знаем, что эта звезда сверхновая. Так, он думал, что это родилась новая звезда. Наоборот, теперь мы утверждаем, что это умерла звезда. И произошел взрыв, называемый вспышкой сверхновых. Так, вот для того, чтобы, значит, заниматься серьезной астрономией, он поступил в Лейпцигский университет, начал публиковать статьи. Так, затем в 70-м году он, получив наследство, начал заниматься уже серьезной астрономией, наблюдал вот эту новую, теперь мы ее называем сверхновой звездой. И тогда король Франции Фредерик II передал ему в дар целый остров. Он расположен между Норвегией и Данией. Так? И на этом острове, имея средства, так, Тихо Браге построил обсерваторию. И вот там-то он проводил наблюдения. Так. Ценность этой обсерватории была не только в том, что он проводил наблюдения, но он организовал учебу. Он подготовил примерно 100 профессиональных, очень эрудированных астрономов. Так. Но со временем, к сожалению, благодаря его поведению, Фредерик II уже не оказывал ему почести, и Тихо Браге был вынужден уехать в Прагу. Вот этот остров, вот эта обсерватория, две обсерватории, в которых он проводил наблюдения, Штернберг и Ураненбург. Так, вот в этих обсерваториях он наблюдал Марс. Что хотел достигнуть в своих наблюдениях Тихо Браге? Он превосходно понимал, что для того, чтобы доказать справедливость системы мира Коперника, другими словами, что Земля вращается вокруг Солнца, все звезды должны обладать параллактическим смещением. Об этом я вам говорил, что если вы идете сквозь толпу, вам кажется, что люди двигаются за спину. Если Земля двигается в космическом пространстве, то у звезд должно быть систематическое смещение в противоположную сторону. Это так называемое параллактическое смещение или параллаксы. Так? А раз он не обнаружил этих параллаксов, а не обнаружил по простой причине, да инструменты были не очень точные. Он определял координаты с точностью до 4 минут угловых. Так? Это точность по сравнению с современной точностью, вообще величина чудовищно большая. И тогда он вынужден сделать два предположения. Либо Земля является неподвижной и находится в центре Вселенной.
тогда у Земли никакого движения и, как следствие, никакого паралактического смещения. Да? Это первое предположение. Либо звезды находятся так далеко, что их параллакс, вот эти смещения, обнаружить невозможно. Так? Но по каким-то причинам он отдал предпочтение вот этой точке зрения. Так, параллаксы были обнаружены 200 лет спустя. И тем самым было очередное подтверждение справедливости Коперника. Значит, он сделал предпочтение вот этой гипотезе и создал свою гибридную систему мира. Гелиоцентрическую. Не просто геоцентрическую, как у Птоломея, не просто гелиоцентрическую, как у Коперника, а соединение двух систем. Я попытаюсь вам фильм показать, и вы обратите внимание на движение Земли, Солнца и планет. Сейчас попытаемся мы этот фильм воспроизвести. Он длится 2 минуты, но вы внимательно смотрите за картиночками. Так, так, так. Я уже испугался, что не будет показывать. Смотрите внимательно. Земля – вот эта точка. Земля неподвижна. Вокруг Земли вращается Луна. Так, Солнце – вот оно. Вращается вокруг Земли. А вокруг Солнца вращается Меркурий и Венера. А вот оставшиеся 3 планеты, так, Марс, Сатурн и Юпитер, вращаются вокруг Солнца. Вот смотрите, какая получается гибридная система. Еще раз повторяю. Солнце в центре с Луной. Простите, Земля в центре с Луной. Солнце вращается, вот здесь синяя орбита нарисована, но плохо видно. Так, вращается вокруг Земли. Вокруг Солнца вращается Меркурий и Венера, тем самым он объясняет колебания этих 2 планет около Солнца, а все остальные планеты вращаются, значит, вокруг Солнца уже за пределами радиуса Земли. Очень интересная гипотеза. И вот своими наблюдениями он хотел это подтвердить. Мало того, он предложил еще одну гипотезу, другую, несколько отличающуюся от этой. Но они схожи, в общем-то. Вот первое, что я показал в фильме, значит, Солнце, Земля, как центр Вселенной, вокруг Земли Луна вращается, Солнце вращается вот по кругу, синий круг, который не был виден на картиночке. Это астрономический знак Меркурия, это астрономический знак Венеры. Они вращаются вокруг Солнца, и вокруг Солнца вращаются Марс, Юпитер и Сатурн. Или другой вариант, ну посмотрите, здесь тоже Солнце в центре, Земля в центре, Солнце вращается вокруг Земли, вокруг Солнца те же самые Меркурий и Венера, а остальные планеты вращаются не вокруг Солнца, как здесь, а вокруг Земли. Вот он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы доказать справедливость вот одной из этих гипотез. Ну, как я сказал, что со временем, благодаря тому, что у него был дурной характер, дурной настолько, что он участвовал в дуэлях. В одной дуэли ему вообще кончик носа шпагой отрубили. Он ходил с таким металлическим носом. И, в общем-то, с ним беседовать было немножко страшновато, как говорят люди, которые общались с ним. И тогда, потеряв, значит, благоденствие со стороны Фредерика II, он был вынужден уехать в Прагу и был назначен королевским астрономом при короле Рудольфе II. Так, вот это Прага, старинное изображение. Так. И вот в Праге одновременно оказался Кеплер, о котором мы тоже подробно будем говорить. И вот 2 астронома соединились. Перед смертью, когда Кеплер умирал, умирал он от тяжелой болезни, так,
Он отравил себя, он использовал лекарство, содержащее ртуть, и фактически отравил себя. Хотя некоторые исследователи несправедливо утверждают, что Кеплер его отравил для того, чтобы приобрести весь его наблюдательный материал. Это совершенно неправильно. Если вы такие мысли какие-то прочитаете в книжках, не верьте этому. Так? На самом деле он умер естественной смертью, к сожалению, от злоупотребления лекарствами. Так? И вот они встретились, и когда Тихо Брага чувствовал, что он умрет, он попросил короля Рудольфа II назначить Кеплера императорским математиком и передал ему весь материал наблюдательный, так, за эти 20 лет непрерывных наблюдений Марса. И просил Кеплера подтвердить этими наблюдениями одну из его предложенных гео-гелиоцентрических систем. Умер он в Праге. Так. Вот замок, собор Тин в Праге. Так. Вот его могила, вот изображение его. Я там был пару лет тому назад. Но надо сказать, что эта могила здесь вот очищена, а на самом деле здесь какие-то пальмы стоят. В общем, я долго искал, пока не спросил служителя, где могила Тихо Брага. Так. Эпитафия такая: остаются не богатство, не власть, а только искусство и науки. И вот Кеплер, это уже другая выдающаяся фигура в истории астрономии. И если Тихо Брага был балованием судьбы, можно так выразиться, то Кеплер – это вообще трагическая фигура. Так. Он, во-первых, родился в очень бедной семье. Отец у него был солдатом, непрерывно участвовавший наемником где-то в битвах, и в конце концов он не вернулся домой. Мать была неграмотная женщина, служила официанткой в трактире. Так, Кеплер был вынужден помогать матери. У матери был, между прочим, очень хороший характер. Так, и в конце концов ее даже колдуньей признали и хотели казнить. Но авторитет Кеплера, в общем, сыграл большую роль, и она осталась живой. Так. И вот молодой Кеплер, будучи школьником, помогал матери и обратил внимание на такую интересную вещь. Как хозяин трактира мерил в бочке, сколько осталось вина. Так, ну как он мерил? В отверстие засовывал палочку и смотрел по тому, насколько глубоко палочка вошла в вино. Кеплер вот в таком малом возрасте сообразил, что эту задачу можно решить математически. Я опубликовал, будучи молодым человеком, статью, называемую «Стереометрия винных бочек». Это его первая статья. Кеплер был не только выдающимся астрономом, он был математиком, о чем я сейчас скажу. Так? Это вот город, где он родился. Так. Почему у него еще жизнь была осложнена? Дело в том, что в христианстве есть несколько направлений, но в частности есть направление лютеранство, которое признает человеческую природу Христоса. Да? Есть такое направление. И есть кальвинисты, которые считают Христос божеством. Так вот, Кеплер, он сам был по вероисповеданию лютеранином, но поддерживал кальвинистов. И поэтому его даже отлучили от церкви. А в Германии, вот вы посмотрите, как раз были и кальвинисты, и лютеране. И поэтому постоянно преследовался сторонниками другой веры, ну, точнее, другого направления, и это, конечно, портило ему всю его жизнь. Самое интересное, это вообще удивительно, Кеплер был сторонником Пифагора, а уж точнее выражаясь, сторонником Платона и Пифагора. Эти два ученых предложили концепцию правильных многоугольников. Всего многоугольников правильных 5. Вот они все здесь изображены. Тетраэдр – это призма, куб, октаэдр с 8 гранями, додекаэдр и икосаэдр. Все, больше правильных многоугольников нет в природе и не должно быть. Что такое правильный многоугольник? С какой бы точки вы ни посмотрели, с какой вершинки ни посмотрели, изображение будет одно и то же. Так? Вот теория вот этих правильных многоугольников, так,
было предложено и Пифагором, потом развито, вернее, Платоном, потом развито Пифагором. И Кеплер был яростным сторонником такого пифагорейского направления. Так? Но раз я затронул этот вопрос, это не относится непосредственно к нашей теме, но я еще раз повторяю, вы люди должны быть образованы во всех областях, в частности, вот в теории многогранников. Так? Почему не может быть, скажем, фигура, состоящая из плоскостей, из шести, скажем, граней? Вот здесь пять. Почему пять – это предел? А вы посмотрите, вот если я разверну вот этот многогранник вот так, да, возьму точку, то сумма углов всегда меньше 360. Если будет 360, вы никак многогранник не создадите. Вот смотрите, я беру пятиугольник, сумма углов многоугольника в пятиугольнике будет 180 умножить на 3, 540 градусов. 540 градусов делю на 5 углов, это будет 108. 108 умножить на 3, это будет меньше 360. Поэтому у вас есть возможность иметь вот такой зазор. А если вы возьмете многоугольник с шестью гранями, как вот здесь, то тогда у вас 180 умножить на 4, это будет 720. Так, угол каждый будет 120 градусов, и при вершине у вас будет ровно 360. Вы никак не можете слепить вот такой правильный многоугольник. Поэтому теория многоугольников правильных ограничивается только вот, когда грань содержит 5 сторон. Это чрезвычайно важно. Зачем я об этом говорю? Да потому что Кеплер, являясь сторонником этого пифагорейского учения, впервые таким хитроумным способом определил расстояние до планет. Как он это делал? Вот все последовательные шаги я сейчас вам воспроизведу. Это удивительно, что вообще он получил результат, в общем, достаточно близкий. Так, что он делал? Вот брал орбиту Сатурна, так, и вписывал в условных единицах в орбиту сферу. Так. И радиус этой сферы он считал, что это радиус орбиты Сатурна. В каких-то относительных единицах, да? В эту сферу он вписывал многоугольник, следующий многоугольник, куб, так, или гексаэдр. В этот многоугольник он вписывал опять сферу и считал, что радиус этой сферы – это радиус Юпитера. В эту сферу вписывал тетраэдр, пирамиду. Так. В этот тетраэдр он вписывал следующую сферу. Это, по его соображениям, радиус орбиты Марса. И так далее. Так. Дальше он вписывал додекаэдр, сфера, опять-таки, радиус Земли, икосаэдр, сфера, радиус орбиты Венеры, октаэдр, сфера, радиус Меркурия. Вот все эти радиусы он взял за расстояние до планет. Ну, вообще, игра вроде бы фигур, так, но странный результат он получил. Достаточно близкий. Смотрите, ошибка. Вот здесь, значит, отношение радиуса планет Сатурна и Юпитера. 1,836, он получил 1,732. Это реальное, а это то, что он получил. Всего ошибка в 6%. Ну, вот здесь 20% получилось. В остальном, даже если возьмете те планеты, которые не знал, Нептун и Плутон, они не были открыты в то время. Так, но там ошибочка 24% максимум. То есть он впервые более-менее точно определил радиус орбит. Это ему позволило в дальнейшем открыть его три фундаментальных параметра. Так, фильм. Здесь анимация его трех законов, потом мы остановимся. Значит, здесь ошибка этой планеты во времена Кеплера не было известно. Так. Так, первый закон. Орбиты планет являются эллипсами, и Солнце находится в фокусе эллипса. Вот, Солнце, вот планета вращается по эллипсам. Это первый закон. Второй закон.
Планеты за равные промежутки времени описывают равные площади. Подождите немножко, сейчас вы убедитесь в этом. Вот если взять за промежуток времени один месяц, так, то вы получаете вот такую картиночку. Сейчас мы зафиксируем. Так, долго вращается. Ну вот, с февраля до марта планета описала. Так, ну вы поняли, там эти площади одинаковые. И, наконец, третий фундаментальный закон, что если вы знаете периоды и знаете размеры орбит планет, то соблюдается вот такое соотношение. Квадрат периода по отношению к кубу, величина постоянная. Вот, смотрите, здесь квадрат периодов, здесь куб большой полосы. Так. Ну, давайте вернемся к более подробному описанию этих трех законов. Первый закон Кеплера. Так. Прошу прощения. Этот первый закон потребовал у Кеплера очень много усилий. Так. Но представьте себе, у него был ряд наблюдений за 20 лет положением Марса. И он вот много лет пытался определить точное положение Марса, чтобы нарисовать орбиту Марса. Как он делал? Геодезисты хорошо знают эту задачку. Методом засечек. Вот смотрите, Солнце, вот орбита Земли. И у него были многочисленные положения Марса в разные даты за 20 лет. И он методом засечек определял точное положение Марса на орбите. Как он это делал? Ну, скажем, взял вот эту точку. Так. В момент какого-то наблюдения Земля находилась здесь, Марс располагался в этом направлении. Потом он подбирал момент положения Земли в этой точке, и Марс располагался в этом направлении. Точка пересечения – это положение Марса на орбите. И так вот для каждых вот этих многочисленных точек он методом засечек определял положение Марса. Пытался нарисовать общую кривую. Конечно, он был сторонником Пифагора и считал, что такой правильной фигурой является круг. Так, но что он не делал, никак круг не вписывался. Так, точность наблюдения Брага была 4 минуты дуги, как я говорил, а у него отклонение было 2 раза больше. И он впервые нарисовал вместо круга эллипс. А эллипсе, конечно, было известно о такой фигуре еще со времен, вон, 4 век до нашей эры, некий древнегреческий математик Михаил исследовал эту фигуру. Так, но вот в своей книжке «Новая астрономия», так, или «Рудольфовой таблицы», так, он впервые сказал, что орбита Марса – эллипс, а не круг. Это и есть первый закон Кеплера. Ну, свойства эллипса, я надеюсь, вы знаете, в школе проходили, нет? Эллипс, фигуру, его свойства. Так, вот эллипс, это центр, это большая полуось, ось, это малая ось, два фокуса имеется, так, в одном из фокусов находится Солнце, или здесь, неважно, как вы нарисуете, так. В астрономии принята следующая терминология, пожалуйста, имейте в виду. Если, скажем, в фокусе является Земля, так, и это вращение искусственного спутника происходит, то вот это расстояние минимальное от спутника Земли до Земли будет называться перигеем, а максимальное расстояние – апогеем. Ну, обобщаем дальше. Если, скажем, находится в фокусе Солнца, как вот в нашем случае для планетной системы, так, то А, точка А – это афелий, а это перигелий. Возьмем двойную звезду. Здесь звезда и вторая звезда вращается. Тогда, соответственно, положение вот этих критических максимального минимального удаления будет апоастер, периастер. Вот к этой терминологии вы, конечно, должны привыкнуть.
Ну, свойства эллипса, я напоминаю, так. Какие остаточные знания по математике, я не могу проверить. Так, свойство эллипса такое. Берете любую точку, расстояние суммарное от фокуса одного до фокуса второго, всегда величина постоянная, равная вот этой большой оси. Так. Дальше. Вот это расстояние называется большой полуосью, это расстояние малой полуосью. Фокус не находится в центре. Поэтому вводится понятие эксцентриситета, насколько фокус удален от центра. Это отношение расстояния или ОФ1, или ОФ2 к большой полуоси А. Это эксцентриситет. Если Е равняется нулю, значит фокус совпадает с центром. Это круг будет. Да? Еще, значит, расстояние Q малое и Q большое – это так называемое перигелийное расстояние, минимальное и максимальное, которые связаны вот так, такой формулой. Это, наверное, из математики вам известно. Так, пожалуйста. Ну, примените к орбите Земли. Эксцентриситет орбиты Земли очень маленький, всего 0,08. Это означает, что орбита Земли, ну, почти круговая. Строго говоря, не круговая, но почти круговая. Период обращения Земли, вы знаете, это 365 и там 26 сотых и так далее дней. Скорость вращения 30 км в секунду. Это средняя скорость вращения. На самом деле, сейчас ко второму закону перейдем, скорость вообще меняется по орбите. Эксцентриситет орбиты 0,55, уже достаточно вытянутые. Например, у Плутона 0,248, сумасшедшие цифры. То есть у Плутона орбита очень вытянутая. Кстати, по этой причине Плутон выбросили из списка больших планет, принадлежащих Солнцу. Так. А вот эксцентриситет орбиты кометы аж 967. Вообще сильно вытянутая орбита. Так. Второй закон, если вы обратили внимание, закон площадей. То есть, если я беру одинаковый интервал времени прохождения планеты вот здесь и тот же интервал времени прохождения планеты здесь, вот эти площади одинаковые. А что это означает? Это означает, что планеты вращаются с неодинаковой скоростью. Здесь вращается планета, видите, дуга большая, пройденная за месяц, предположим. Очень большая, здесь маленькая. Опровергается одно из утверждений Коперника, что скорости постоянные по орбите, но, правда, меняются в зависимости от расстояния. Так. Из теории следует, что скорость связана с эксцентриситетом. Вот здесь в формуле стоит E – эксцентриситет. Так, V – это круговая скорость. Если бы орбита была круговой, так, то круговая или средняя называется скоростью. Если вы возьмете за радиус круга большую полуось. Но это для двух случаев – перигелия и афелия. Так, хорошо. Третий закон Кеплера. Вот над этим законом Кеплер мучился очень много лет и списал 1000 страниц. Вы представляете, у него какая интуиция была великолепная. Он имел табличку периодов, так, и имел табличку, ну вот для этих 5 планет, и имел табличку радиусов орбит, определенных вот тем хитрым способом пифагорейским, так, о котором я говорил. Но он чувствовал интуитивно, что есть связь между периодами, так, и большими полуосями. И вот он мучился, подбирал. Подбирал, период возьмет в кубе, большую полуось там, скажем, в квадрате. Получалось сравниться? Не получалось. И вот в конце концов этих таких мучений он подобрал соотношение, что если возьмете вы период в квадрате, а большую полуось в кубе, то получается равенство. Ну, здесь взяты 2 планеты, так, с разными периодами, с разными орбитами. Так, это вот запись первоначальной формулировки Кеплера. И он сформулировал третий закон Кеплера, сам еще глубоко не понимая, из чего это следует закон. Для этого должен родиться Ньютон. Так. Сейчас этот закон выглядит более точно.
Здесь вот есть поправочка, где наличествуют массы спутника и масса центрального тела. Так? Ну, Кеплер не мог вывести эту точную формулу, потому что не знал закона всемирного тяготения. Так. Теперь такое небольшое замечание, вы должны знать. Ведь на самом деле в нашей Солнечной системе планеты вращаются не вокруг Солнца. Так? Или, скажем, Луна вращается не строго вокруг Земли, а вращается вокруг какой точки? Центр. Как это точка? А? Центр масс. Центр масс, совершенно верно. Центр тяжести. Вот давайте возьмем случай. Земля и Луна. Строго говоря, так, учитывая массу и этого объекта, и этого объекта, центр массы, вокруг которого вращается Луна, это не центр Земли. Это точка, смещенная на расстоянии, так, здесь цифра, да, 4700 километров, а радиус Земли, как вы знаете, 6400, то есть вращается вокруг вот этой точки. То есть эта система вращается как гантель. Так? То есть Земля вообще болтается, потому что она вращается вокруг этой точки, а Луна вращается тоже вокруг этой точки. Так? Но мы, конечно, при наблюдениях, это, при точных наблюдениях это можно зафиксировать, но надо иметь в виду это обстоятельство. Или возьмем систему Солнца и какую-то планету. Ну, конечно, надо взять Юпитер, это самая массивная планета. Так вот, Юпитер вращается не вокруг центра Солнца, а вращается в точке на расстоянии 7,4, 10 в 5 километра. Эта точка располагается вот где. То есть, опять-таки, вращение этой системы как гантель, то есть Солнце вращается вокруг этой точки, и, естественно, Юпитер вокруг этой точки, и поэтому на небе, строго говоря, Солнце тоже болтается. Так? Оно же вращается вокруг этой точки. Но, конечно, глазом вы это не увидите. И даже в обычные астрономические инструменты, типа того, что вот здесь показано, не увидите. Здесь очень точные астрометрические измерения нужны. Вот такое попутное, значит, попутную информацию я вам хотел бы дать, чтобы вы знали. Ну и теперь самое главное. С Кеплером мы закончили. Ну, вообще-то о Кеплере много можно говорить, так? Несмотря на то, что Кеплер был выдающимся астрономом, его покровительствующему король, значит, зарплату не выдавал. Так. Кеплер был вынужден заниматься астрологией, хотя прекрасно понимал, что астрология – это глупая дочь астрономии. Так. В конце концов он рассердился, поехал к королю. Так, король был в отдалении от Праги, по дороге он простудился и умер. А как религиозный человек, он даже был отлучен от церкви. То есть судьба его была достаточно драматична. Будучи в Праге, я нашел музей Кеплера. Так. Это комнатушка, ну, размером, наверное, 10 квадратных метров. Так, одна кровать и письменный стол. То есть жил он, конечно, в ужасных условиях, но тем не менее, видите, страсть к науке привела к таким выдающимся открытиям. Ну а теперь переходим к следующему очень важному вопросу. Этот вопрос, конечно, Кеплер себе задавал, но ответить на него не мог. Так, у него не было данных. А какова же природа вот этих закономерностей? Почему планета вращается именно по этим трем законам? Так, в чем причина? И человек, который ответил на этот вопрос, был, конечно, известный ученый Исаак Ньютон. О нем сейчас мы много будем говорить. Но я просто хотел вам напомнить, вообще, какие силы, вызывающие поведение какой-то физической системы, мы знаем. Это, конечно, гравитация. Здесь сильные ядерные силы, которые сцепляют в единое ядро нейтроны, протоны там, и так далее. Возьмем эффективность сил за единицу. Гравитация
о которой мы сейчас будем говорить, составляет 10⁻⁹. По сравнению вот с этими ядерными силами. Слабые ядерные силы, так, которые соответствуют так называемому бета-распаду частиц, 10⁵. Электромагнитные, 1�137. Так, и ядерные силы. Все эти силы, конечно, в какой-то мере играют роль в развитии физического объекта. Но самой главной силой, конечно, является сила гравитации, к изучению которой сейчас мы перейдем. Сейчас, между прочим, я должен этот слайд обновить и поставить здесь еще одну силу, называемую темной энергией, так, которая заставляет нашу Вселенную расширяться ускоренно. Так, никто пока не знает, что это за сила, в чем причина существования такой силы, противодействующей гравитации. Это открытие последних десятилетий. Так что слайд через пару лет, наверное, я обновлю. Так. Исаак Ньютон. Вообще в истории человечества можно спиток фамилий назвать, которые определили развитие науки в целом. Не только в физике, астрономии, но и в целом. Это, конечно, Ньютон, это, конечно, Эйнштейн, можно еще фамилии вспомнить. Так вот, Исаак Ньютон. Так. Удивительный человек, который проявил свои знания уже в молодом возрасте. Вот он в вашем возрасте, ребята, так, вывел вот эту знаменитую формулу. Как эта формула называется? О, молодцы. Бином Ньютона. В вашем возрасте он эту формулу получил. И вообще все выдающиеся открытия, а он сделал открытие и в математике, и в физике, законы механики, и в астрономии. В химии он занимался интенсивно алхимией, но большого успеха он не добился. Вообще очень развитый человек. Так, вот здесь картиночка, я не знаю, яблоко падало или нет? Хорошо, упало уже. Но это, чтобы вы знали, что это, конечно, неправда, что к Ньютону пришла вот эта формула, так, благодаря тому, что он сидел под деревом, яблочным деревом, ему упало яблоко. Это легенда, сочиненная Гауссом, известным математиком. Ну и так вот она в литературе повторяется. На самом деле это было не так. Так, похоронен Ньютон после смерти с такой надписью эпитафии. Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути кометы, прилива океанов. Он исследовал различия световых лучей, это уже оптика, так и проявляющиеся при этом различные свойства цветов. Пусть смертные радуются, что существует такое украшение рода человеческого. Ньютон тоже, в общем-то, жил не в очень богатой семье, фермерской семье, так. А отчим его усиленно заставлял Ньютона заниматься вот хозяйственными делами на ферме, чему противился Ньютон, его тянуло к школе. Так, он поступил в школу, отчим его отозвал из школы, опять заставлял его заниматься фермерством. В конце концов махнул рукой и отдал его в школу. И он поступил в так называемый Тринити колледж. Это знаменитый колледж, он входит в 30-ку лучших колледжей в мире. Так, Тринити колледж. Ну, Тринити – это признание, что есть Бог, есть Сын Бога и есть Святой Дух. Так, вот такое направление. Так, Тринити колледж. Он его закончил успешно. Так. И его оставляли в университете. Но в это время в Англии разразилась чума, потом большой пожар, и Ньютон вынужден был уехать в деревню. И вот все свои открытия он сделал в возрасте где-то примерно до 30 лет. Так. К сожалению, Ньютон не любил публиковаться, печатать книги или статьи. Потом его заставили вот эту знаменитую книгу «Начало натуральной философии» силом заставили опубликовать. И из-за этого он здорово пострадал, что он не очень внимательно относился к популяризации своих открытий. Так. Вот этот том, который содержит основные законы, которые были сформулированы Ньютоном.
Так. И в его жизни было несколько таких столкновений с другими учеными, которые даже иногда заставляли Ньютона бросить науку, так, и вообще выйти из королевского общества, это ну, что-то аналог Академии наук, будем говорить так. Так. И первый спор это был, конечно, с Робертом Гуком по поводу закона всемирного тяготения. Вы Гука знаете, нет? В физике изучали закон упругости Гука? Что вот если вы пружину согнете, она восстанавливается, но не полностью, да? Есть остаточные. Вот это Гук изобрел. Но Гук, помимо всего, занимался еще и природой света. Так? Он был сторонником волновой теории, а Ньютон был сторонником корпускулярной теории света. И вот между ними прошла большая дискуссия. Так? Гук утверждал, что Ньютон украл его основные идеи. Ньютон воспринял это очень болезненно и даже дал прошение выхода из Королевского общества, из Академии наук. Он был членом Академии наук. Так. Но, тем не менее, в конце концов, конфликт был урегулирован и был признан приоритет Ньютона. Просто подняли все его предыдущие записи, не опубликованные, так и обнаружилось, что Ньютон был прав. Ньютон занимался математикой. Вы начали дифференциальные исчисления, нет? Да. Начали. А вы знаете, что дифференциальные исчисления изобрел Ньютон? Да. Это так называемый метод флюкси, метод малых приращений, да? Он также изобрел метод интегрирования кривых, то есть определения площадей под кривым. Он изобрел производную. Но одновременно этими же вопросами занимался в Германии Лейбниц. Это тоже выдающийся ученый, но между ними возникла вот эта проблема, связанная с приоритетом. Кто первый создал дифференциальные исчисления и интегральные исчисления? Лейбниц утверждал, что это он, Ньютон вынужден утверждать, что это он. Опять была создана комиссия, которая изучала труды Ньютона, не опубликованные его записки и так далее, и так далее. И спор достиг такого уровня напряжения, что даже дипломатические отношения между Германией, Лейбниц был немцем, так, и Англией. Но в конце концов спор решился очень просто. Лейбниц умер, так, и после этого был восстановлен приоритет Ньютона, так, и в этой области. Я уже говорил, что Ньютон вообще занимался многими вещами, и спектрами, и математикой, и вот закон всемирного тяготения, который сейчас мы изучаем. И все это он сделал примерно в возрасте до 30 лет. Спрашивается, что он делал дальше? А дальше он шлифовал. Его вынуждали постоянно написать книги по своим результатам. Так? И вот он шлифовал эти результаты, чтобы потом опубликовать в книге. Он был избран в парламент. Говорят, что он просидел в парламенте несколько десятков лет и ни разу не выступал. И вдруг однажды, история говорит, поднял руку Ньютон, все ужасно удивились, что за примерно 15-20 лет молчавший Ньютон что-то хочет спросить или что-то хочет сказать. А Ньютон сказал, позвольте, господин председатель, мне закрыть форточку. Вот все его участие в этой парламентской деятельности. Так, хорошо. Ну, а теперь переходим к закону тяготения. Так. Ньютон знал хорошо законы механики. Три закона механики, да? Помните, надеюсь. Не буду я повторять, так? И он задавался вопросом, но почему Луна вращается, так, вокруг Земли? Интуиция подсказывала, что вот сила, которая заставляет тело падать на Землю, с ускорением сил тяжести G, да, и сила, которая держит Луну, это одна и та же сила. Вот такая могучая интуиция. Но он не мог вывести формулу. И в конце концов, эту знаменитую формулу, которая была у нас, так,
Он вывел, вот она, так, эта формула. Сила взаимодействия между двумя массами, m и m малое, обратно пропорционально квадрату расстояния, и коэффициент пропорциональности – это сейчас известное постоянное всемирного тяготения. Так? Вот ее значение в системе Дина, сантиметр квадратный и грамм. Так. Хотя сама величина не была определена, она была существенно позже определена, но тем не менее. Так, как этот закон, я покажу один из вариантов вывода, очень простенький вывод, как рассуждал Ньютон. На самом деле рассуждения там, может быть, немножко более такие пространные. Значит, как рассуждал Ньютон? Ну, во-первых, он хотел определить, как сила зависит от массы. Вот эта неизвестная сила, которую мы называем сейчас силой всемирного тяготения, как зависит от массы. Он рассуждал очень просто. Он использовал второй закон динамики или механики, так, что из второго закона динамики следует, что ускорение, которое получает тело под действием силы, обратно пропорционально массе тела. Так? Ну вот этот закон. Сила равняется ускорению умножено на массу. Отсюда ускорение равняется силе, деленной на массу. Дальше он рассуждает. Ага, возьмем ускорение сил тяжести G. Так? Оно по этой формуле равняется F на M. Но известно, что падение тела, так, не зависит от массы. То есть возьмете вы перышко, оно будет падать с ускорением G, или возьмете вы какой-то шар железный, тоже будет с тем же ускорением. Причина в том, что перышко находится в атмосфере, так, и молекулы это перышко поддерживают. А на самом деле это эксперименты Галилея показали и так далее. То есть G, ускорение свободного падения, по этой формуле тоже F на M. И не зависит от M. А если не зависит от M, то сила F должна быть пропорциональна M. Для того, чтобы G получить константу, что следует из опытов Галилея, из законов механики, вы должны F сделать тоже пропорционально M. Итак, первый намек на том, что сила взаимодействия между частицами материальными, так, или телами, пропорционально m. Так, хорошо. Но нетрудно сообразить, что это будет пропорционально произведению масс из-за правила симметрии. Так? То есть пропорционально m1 умноженное на m2. Ну, хорошо. Теперь, как закон расстояния? Тоже очень хитрый. Я простейший вариант вам предлагаю. Значит, он прежде всего рассчитал, каково отношение расстояния между Землей и Луной по отношению к радиусу Земли. Ну, расстояние до Луны уже давно было известно, 384 тысячи. Радиус Земли тоже известен, 6400. Получил цифру 60. Хорошо. Дальше. Он берет отношение ускорения свободного падения на Земле к центростремительному ускорению. Центростремительное ускорение, вот оно, g умножено на массу Земли, это ускорение центробежное по движению Луны по орбите, деленное на расстояние Земля-Луна в квадрате. Вот если вы подставите современное значение g, он, конечно, тогда еще не знал, чему g, поэтому этот метод я вам излагаю в современной интерпретации, но неважно. Так. Ускорение есть m Земли, деленное на расстояние в квадрате Земля-Луна. Но я подставляю все цифры, получаю 0,027. Так. Потом беру отношение. Ускорение на Земле 9,8. Вот цифру, наверное, помните, да? По отношению к ускорению А 0,027. Получилось 3600. Здесь 60. Здесь 3600. Это явный намек на то, что отношение ускорения G Земли, сил тяжести на Земле, к ускорению, которое имеет Луна, А со значком L, есть R квадрат Земля-Луна, R квадрат радиус Земли. Если вы подставите, то это свидетельствует о том, что ускорение пропорционально R в квадрате.
А сила пропорциональна ускорению. Вы пишете F пропорционально R в квадрате. Итак, первый предыдущий слайд показал вам, что пропорционально массе. Этот слайд показывает, что обратно пропорционально квадрату расстояния. И вот получается вот эта знаменитая формула. Так, закона всемирного тяготения. Следует подчеркнуть очень важную вещь, что закон формулируется, строго говоря, для материальных точек. То есть тело, имеющее бесконечно малую величину, как точка, но обладающее массой. А наши тела же имеют, и планеты имеют реальные формы. Так? И поэтому Ньютон и этот вопрос исследовал. Он показал, что если я возьму взаимодействие двух однородных сфер, два шара, то я смело могу использовать вот эту формулу, так, подставив здесь расстояние между двумя шарами и подставив вот эту массу. Следующий вариант. Если я имею сферы, так, с концентрическим распределением плотности, то есть здесь плотность одна вот в этом сферическом слое, здесь другая, здесь третья, тоже я могу смело эту формулу использовать, подставляя массы и расстояние. Комбинация этих двух вариантов, скажем, сферические кольца, так, или, скажем, однородное тело, тоже будет. Спрашивается вопрос. А если мы имеем протяженные тела? Ну вот, скажем, эллиптическое тело какое-то здесь, и, скажем, здесь какое-то тело. Ну даже, если хотите, куб нарисуем. Так. Могу я написать смело формулу gm1, m2, но расстояние между ними r в квадрате? Нет, не могу. Для протяженных тел вы должны поступать таким образом. Вы должны взять кусочек, вот здесь у меня на слайде есть, по-моему. Вот. Вы должны вот это протяженное тело разбить на маленькие кусочки, так, и рассматривать эту формулу, закону всемирного тяготения, для взаимодействия вот этих кусочков двух. Потом следующие кусочки берете. Вот для таких точечных объектов вы можете использовать. А суммарная сила – это будет сумма всех этих сил взаимодействия кусочков. Или на языке математики это будет двойной интеграл. И у вас здесь при взаимодействии вот этих двух протяженных тел не будет формула, о которой мы много говорим. Будет совсем другая формула. Но это не означает, что закон всемирного тяготения не работает. Он работает, так? Но он в данном случае работает как интегральное взаимодействие всех точек этого протяженного тела с другими точками. Теперь вернемся к Кеплеру. Кеплер мучился над третьим законом очень много лет. Так, и в этом его беда была, что он не знал закон всемирного тяготения. А если мы знаем закон всемирного тяготения, третий закон Кеплера, даже в уточненном виде, за 2 минуты определю. Ну, смотрите, берем Луну или какое-то тело, вращающееся, давайте круговую орбиту возьмем для простоты, вращающееся вокруг массы С большое. Так, при вращении у нас имеется центр стремительного ускорения. Помните из физики? А равняется омега квадрат на r или v деленное на r, да? Хорошо. Омега – это есть 2π деленное на период. Тогда а равняется 4π в квадрате r на t в квадрате. Так, это просто результат движения по кругу. Но теперь я использую закон всемирного тяготения. У меня это тело притягивает тело m, так, с ускорением, значит, вернее так, Вот это тело притягивает тело m большое с ускорением gmr в квадрате. И наоборот, это тело притягивает m с ускорением gm малое r в квадрате. Суммарное ускорение будет равняться, относительное ускорение, будет равняться gm плюс m деленное r в квадрате. Эти два ускорения должны быть равны, раз тело вращается, не убегает, не падает. Так, равны, и вы получаете третий закон Кеплера.
r в кубе t в квадрате, причем здесь сумма масс появилась, чего не было у Кеплера. И эта величина постоянная. Нельзя винить Кеплера, что он вот пренебрег вот этими членами. Да он не мог эти члены учесть. Почему? Да потому что, смотрите, я вот записываю то, что я получил сейчас. Ну, скажем, это Солнце, это какая-то планета, да? Беру планету с орбиты R1, период T1. Масса Солнца, масса планеты. Для второй планеты беру r в кубе с двойкой, t в квадрате, тоже масса Солнца и масса второй планеты. Это все должно быть постоянной величиной. Вот она. Вот она. Так. Беру отношение. Так. Беру отношение этих величин. И получаю третий закон Кеплера, где фигурируют массы. Масса Солнца, масса планеты. Масса Солнца, масса другой планеты. Но массы планет ничтожно малы по сравнению с массой Солнца. Поэтому эти члены можно выбросить, и у вас получается первый закон Кеплера в его оригинальной формулировке Кеплера. Так что нельзя винить Кеплера, что он проводил какие-то неточные расчеты и так далее, так далее. Он в принципе не мог определить вот эту поправочку. Но сейчас эту поправочку вводят, когда, скажем, одна звезда одной массы вращается вокруг другой звезды такой же массы, предположим. Ну, конечно, надо сумму масс здесь брать и так далее. Так, сколько у меня времени? Полчаса. А? Полчаса. Полчаса? Хорошо. Так, ну, законами Ньютона мы закончили, законом всемирного тяготения закончили. Если у вас какие-то вопросы по этой части есть, то я с удовольствием отвечу. Если нет, давайте двигаться дальше. Итак, мы знаем законы Кеплера, мы знаем причину таких законов, это закон всемирного тяготения. Так, поэтому мы всегда можем вычислить орбиту любого тела. Так? Если у нас имеется одно тело, вращающееся вокруг другого, или точнее вокруг центра тяжести, то мы четко говорим, что орбита будет кеплеровская. Так? То есть орбита будет строго по закону Кеплера. Ну, там, скажем, по эллипсу какому-то, и так далее, и так далее. Вот когда нет третьего тела, так, такое вращение называется невозмущенным. Но задача моментально усложнится, если у вас есть третье тело. Это будет задача трех тел. Сейчас мы будем решать задачу, так называемую, задачу двух тел. К третьему телу мы перейдем, видимо, на следующей лекции, если все будет так. Давайте, как решается задача двух тел? Ну, эти все формулы вам, возможно, известны. Значит, при движении вот этих тел, они вращаются вокруг центра масс, как здесь мне подсказали. Так, конечно, сохраняется закон работает закон сохранения энергии. Я должен кинетическую энергию и потенциальную просуммировать и требовать, чтобы это была постоянная величина при движении. Но кинетическая энергия понятна в квадрате пополам. Так, потенциальная это же m, m и r в первой степени. Не путайте силы. Здесь у нас энергия. Так. Тогда я здесь вот эту сумму составляю из этих двух членов, m мало убираю, и получается, что константа должна быть вот такой величиной, v квадрат минус 2gm. m и m – это масса тел, v – скорость движения, r – расстояние между ними. И здесь возможны несколько вариантов. Вариант p меньше нуля. Смотрите, p меньше нуля будет, когда потенциальная энергия, так, больше, чем кинетической энергии. Так? Что в этом случае? В этом случае тело не может преодолеть силу гравитации, тело будет вращаться по замкнутой орбите, по эллипсу или кругу, в частном случае. Так? P равняется нулю. Это означает, что вот приравниваем эти два члена, получается, что скорость есть корень квадратный 2gm на r. Если r стремится к бесконечности, v – 0, это движение по параболе.
То есть тело покидает поле тяготения главной звезды, или Солнца, скажем, если хотите, или Земля, искусственный спутник Земли, и двигается по параболе. Если уже p будет больше нуля, скорость v больше вот этого члена, то движение будет по гиперболе. Итак, мы имеем три характера движения. Эллипс, круг – это частный случай эллипса, парабола и гипербола. Так? Эти кривые формируются, вообще древние греки давно уже этой проблемой занимались. Так? Круг получается, если вы берете конус, делите плоскостью параллельно основанию, круг. Если вы под углом эту плоскость, у вас получается эллипс. Если вы делите плоскостью параллельно вот этой грани, у вас получается парабола. Если перпендикулярно, то будет гипербола. То есть иногда первый закон Кеплера формулирует так, что орбиты всех планет, или там искусственных спутников Земли и так далее, двигаются по одному из конических сечений. Или круг, или эллипс, или парабола, или гипербола. Так? Ну вот на этом слайде, который я пропустил, так, показано. Так? Вот, скажем, Земля. Орбита может быть круговая, эллипс, может быть круг, может быть эллипс уже когда... В чем разница между этим эллипсом и этим эллипсом? Если берете этот эллипс, фокус находится в дальней точке. А если этот эллипс, фокус находится ближе к этой точке. Дальше движение по параболе, движение по гиперболе. Все движения искусственных объектов, спутников, космических кораблей, которые улетают уже далеко за пределы Солнечной системы, все они рассчитываются с помощью вот тех формул, о которых я говорил. Так. Ну, давайте немножко поговорим о том, как запускаются искусственные спутники Земли. Хотя вы, наверное, хорошо знаете. Так? Значит, для того, чтобы запустить спутник на какую-то орбиту, имеется ракета с несколькими ступенями. Каждая ступень решает свою задачу. Одна ступень предназначена для того, чтобы с помощью двигателя преодолеть земную атмосферу как можно быстрее, ступень срабатывает, отваливается. Так. Затем следующая ступень сообщает скорость в каком-то направлении, не совпадающей с вертикалью. Ступень срабатывает, отваливается. Ну и потом следующая ступень там уже дает орбиту конкретную. Так. То есть каждый спутник сопровождается появлением очень большого количества мусора. Так. Вот эти ступени, они ведь не все падают на Землю, не все сгорают. Так. Некоторые ступени, особенно вторая и третья, последние, они же вращаются как спутник вокруг Земли. И сейчас десятки тысяч таких объектов вращаются вокруг Земли, которые не представляют ну, никакой ценности. Это мусор. Так. Причем мусор опасный. Возможно, столкновение, там, скажем, населяемого человеком корабля с этим мусором. Поэтому проблема вот такой опасности, она существует, и астрономы стараются вот эти ненужные объекты выявлять, так, заставлять их менять орбиту, если это возможно, чтобы они сгорали. Ну хорошо, что дальше? Вы хотите выбрать какую-то орбиту. Итак. Чтобы у вас получилась орбита замкнутая, вы должны сообщить скорость вот такую. G масса Земли, это радиус Земли, плюс еще высота. Так? Если высоту взять h равной нулю, то я получаю первую скорость, она называется первой космической скоростью, 7,9. То есть если вы спутнику сообщите скорость 7,9, так, то орбита будет замкнутая. Круг. Если вы сообщили скорость вот в этой точке выхода на орбиту, скорость больше круговой, у вас будет эллиптическая орбита. Если вы сообщили скорость больше параболической вот этой, то у вас спутник вообще улетит по параболе в космическое пространство. Это будет уже не спутник искусственный, а это будет космический корабль, который летит через Солнечную систему и покидает нашу Солнечную систему. Сейчас два таких корабля американских покинули Солнечную систему,
Так, летят этот пионер и... Ну, неважно, второе я подзабыл. Новый так, горизонт. А? Новый горизонт. Новый Horizon, да, наверное. Которые покинули Солнечную систему за пределы орбиты Плутона. Так, и там интересные явления появились. Они начали двигаться совершенно не так, как закон Кеплера предсказывал. Но это другая задача. Так? Итак, у нас две скорости принципиальные. 7,91 и 11,2. Первая и вторая космическая. Так. Если вы сообщаете первую там, скорость, то у вас будет замкнута орбита. Если вы сообщаете скорость 11,2, это вы получаете, значит, орбиту не замкнутую. Как выбирают орбиты? Ну, в зависимости от того, какую задачу должен решить ваш спутник. Так. Ну, например, очень важно иметь геосинхронную орбиту, особенно для геодезистов. Так. Когда спутник всегда находится над горизонтом. То есть надо спутник запустить таким образом, чтобы его период обращения был равен периоду обращения Земли, то есть 24 часам. Это так называемые геосинхронные орбиты. Так? Расстояние до такого спутника, это нетрудно подсчитать, чтобы период обращение было ровно 24 часа, поэтому этот спутник будет висеть всегда над головой, всегда будет виден вам. Эта орбита должна быть, иметь радиус 35 700 километров. Ну, такие геостационары используются геодезистами и для средств радиосвязи, телевизионной связи и так далее. Особенно вот интересно, когда вы три геостационара запускаете, так, скажем, Олимпийские игры, происходит там в Бразилии, предположим, да? Так, вы хотите смотреть телевизионные передачи, а Казань расположена в противоположной точке. Так вот, вы используете три вот таких спутника, так? Сигнал поступает из Бразилии на этот спутник, с этого спутника на этот спутник, на этот спутник, и вы попадаете, или с этого спутника попадаете в Казань. Такие спутники для осуществления связи. Так. Или, скажем, вы хотите определить связь северных городов с северными городами. Вот запустите спутник такой, чтобы его большая часть орбиты была над северной частью нашей страны. А вот эта часть, она где-то в южном полушарии, нас не интересует. Вот запускаете такой спутник, он называется «Молния». Так, его орбита такова, что вот эта большая часть орбиты располагается над северной частью нашей Земли. И вы можете осуществлять там всевозможную связь. Так. Ну, система GPS и ГЛОНАСС – это целая серия спутников, так, которые вращаются вокруг Земли. И она позволяет решать геодезические задачи. ГЛОНАСС или GPS за рубежом. Ну, таких вариантов очень много. Так. Ну, что касается запуска, я уже говорил. Так. Ну, несколько слов о многообсуждаемом проекте полета на Марс. Значит, есть такая идея. Американцы говорят, что они полетят в 2030 году на Марс. Так. Наши скромно молчат и правильно делают. Потому что, с моей точки зрения, полет на Марс к 30-му году не будет обоснован никакими аргументами. Это будет полет человека в одну сторону. Так? Очень много проблем при полете. Туда 500 дней надо лететь. Так? Ну, хотя уже в космосе наши космонавты и пролетали, может быть, такое количество дней. Но полет-то совсем не около Земли, а полет будет в направлении Марса. Так, мало того, медицинские проблемы не решены. Я высказываю свою точку зрения, так, что этот полет будет в одну сторону. Так, человек обратно уже не вернется. Мы не готовы к этому эксперименту. Я не знаю, чего там американцы по этому поводу много рассуждают, набирают волонтеров там и так далее, и так далее. Это большая авантюра. К 30-му году явно мы не будем готовы. Не решены медицинские проблемы, связанные с полетом на Марс и прочее, прочее. Но вот такой полет беспилотный, он вполне возможен. Вот, например, проект, который, может быть, в ближайшее время
будет осуществлен полет на спутник Марса Фобос. У Марса есть два спутника, очень интересные, Фобос и Деймос. Так. Они очень интересны по своему строению. Есть соображение, что один из этих спутников полый внутри. Но горячие головы утверждают, что может он искусственного происхождения. Так вот, полет на этот спутник осуществляется следующим образом. Значит, от Земли запускается корабль. Он сперва выходит на орбиту замкнутую. Так, потом срабатывает двигатель и выходит на орбиту уже вокруг Солнца. Вот он летит, летит, конечно, солнечные батареи должны работать для запаса энергии. Вот он подлетает к Марсу, так, захватывает Марсом, вращается вокруг Марса, потом попадает на Фобос, так, потом срабатывает энергетический двигатель и переходит на орбиту вокруг Солнца, ну и затем попадает на Землю. Вот такой проект, разумное исследование, беспилотный, без человека. Так. Такой проект разумный, в общем, в ближайшее время будет осуществлен. Так, все. Есть вопросы? Нет вопросов. Так, сколько времени осталось? А? 17. Могу я еще занять время? Тогда перейдем к следующей теме. Никак не хочет. Ну, отдохнет немножко. Так. Это следующая лекция. Задача многих тел. Так, вид. Вот до сих пор мы с вами говорили о задаче двух тел. Так, когда имеется одно тело, второе тело, они вращаются по кеплеровским орбитам вокруг центра масс. Или центра тяжести, как хотите, называете. Так. Это строгая задачка, она решена и Кеплером, и механиками, и физиками, и так далее. Так. Но, конечно же, в реальности у нас возникает задача многих тел. То есть рассматривает движение тел, скажем, не две звезды или планеты и Солнце, а, скажем, еще третье тело здесь рядом находится, которое тоже в результате действия закона всемирного тяготения искажает движение и так далее. Вот эта задача называется задачей многих тел. Сразу могу сказать, задача многих тел в аналитическом виде не решена. Когда я говорю в аналитическом виде, то есть я имею в виду, что никаких строгих формул, описывающих орбиту каждого из этих тел, нет. Это не значит, что мы вообще не умеем определять орбиты тел, скажем, трех, четырех, пяти. Нет, мы вычисляем орбиты этих тел, но численным методом, не методом по формуле аналитически, а численным методом. Сейчас мы можем, например, взять 100 миллионов звезд, так, в виде такого облака, заставить вращаться это облако, и через некоторое время, с учетом закона всемирного тяготения, вы для этих каждой из миллионов звезд можете нарисовать орбиту. И вы получите определенную там спиральную структуру. То есть численно задача решается, а аналитически нет. Единственный случай, когда мы можем с помощью формулы описать движение троих тел, это задача трех тел. Так, это формула, полученная Лагранжем. Так, французский ученый Лагранж показал, что если мы имеем три тела, так, вот масса М1, масса М2, так, то третье тело, так, будет должно располагаться в одной из этих пяти точек, которые я окажу. Так, тогда движение будет устойчивое, и мы можем математически описать орбиту каждого тела. Эти три точки называются Лагранжевыми точками.
Итак, у нас есть масса М2, масса М1. И теперь куда я должен поместить третье тело, чтобы орбиты были описаны формулами? Вот это первая точка Лагранжа, расположенная между этими двумя точками. Вторая точка Лагранжа, L2. Третья точка Лагранжа расположена по ту точку, по ту сторону от центрального тела. И пятая точка. Вот если тела окажутся в этих трех, простите, пяти точках, то мы еще можем описать с помощью формул движение вот этих всех трех тел. И то в ограниченном случае. Так? Вот если точки L1, L2, L3, вот эти точки, так, не являются устойчивыми. Если тело вот оказалось в этих точках, небольшое возмущение, созданное посторонним телом, это тело выбьет из этой точки, оно не будет находиться в этой точке. А вот эти точки, L4, L5, они достаточно устойчивы. Если туда попадет тело какое-то, оно так и будет находиться. Но при условии, если отношение масс вот меньше 0,0038. Спрашивается, аналогия этим точкам в астрономии существует? Да, существует. Так, что ты не хочешь? О, Господи, с техникой всегда опасно связываться. Так, минуточку, завис. Завис компьютер. Ну, тогда я на доске вам попробую нарисовать. Хорошо. Значит, в астрономии, скажем, возьмем Солнечную систему. Так, вот Солнце, так, вот я беру орбиту Марса, так, вот орбита Юпитера, Юпитер, так, вот, предположим, Юпитер расположен вот здесь. Так. И у него соответствующие точки есть. В системе Солнца и Юпитер, я взял Юпитер, потому что это самая массивная планета. Там есть 5 точек, да? Но самые главные точки это такие, если вы помните. Вот смотрите, здесь 60 градусов и здесь 60 градусов, да? Вот я беру угол. Юпитер двигается вот так. Вот этот угол 60 градусов. Это угол 60 градусов. Это вот как раз точки Лагранжа L4 и L5. И я сказал, что они будут достаточно устойчивыми, если соотношение масс там, как показано, меньше 0,038. Так вот, оказывается, в этих точках есть интересные тела. Если тело попало вот в точку L5 или L4, то это тело сидит там и двигается по орбите вокруг Солнца именно в этих точках. Что за тела? Это астероиды, малые планеты. Вот если вы знаете, что между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов, так? Некоторые астероиды под влиянием возмущения вылетают из этого пояса, и они могут оказаться вот здесь. И вот мы как раз наблюдаем скопление астероидов на орбите Юпитера. Так, троянцы, они называются так, а это греки. Греки. И действительно, такие опережающие на 60 градусов Юпитер скопление астероидов есть, и отстающие на 60 градусов от Юпитера такое скопление есть. То есть реально такие точки существуют. Можно взять систему Земля, Солнце. Давайте так возьмем. Это пусть будет Земля, а это пусть будет Солнце. Так. Значит, тоже есть точки, ну, скажем, здесь L1, здесь L2. Так. В этих точках ничего нет. Но эти точки можно использовать для запусков космических телескопов. Вот смотрите, если я запущу телескоп
с Земли и посажу вот в эту точку, так, то Солнце у меня для этого телескопа будет всегда с одной стороны, а с другой стороны будет темное небо. То есть я, телескоп, который расположен вот в этой точке, все время буду видеть ночное небо. Вот такой спутник был запущен для исследования Солнца, потому что он всегда, телескоп был, направлен в сторону Солнца, вне зависимости от времени. Вот полезное. В системе Земля-Луна, предположим, это Луна, а это Земля. Тоже исследователи пытались найти на расстоянии 60 градусов до Луны и после Луны что-нибудь. Один польский астроном Карделевский утверждал в 60-х годах. Да, я обнаружил какую-то материю, вещество, пыль в этих двух точках. На 60 градусов по орбите раньше и на 60 градусов по орбите после Луны. Но потом попытались это вещество в этих точках найти, ничего не нашли. Так что в этой системе, похоже, в точках Лагранжа ничего нет. Так, ну, пожалуй, поскольку я связан с дальнейшим фильмом, так, я ничего не могу сделать. Давайте я лучше отвечу на ваши вопросы. Время осталось еще? Нет вопросов? Так, ну, задачку я вам сейчас задавать не буду. Чувствую, что вы настолько загружены учебой, что вам даже не до того, чтобы решать астрономические задачи, что очень плохо. Так, практика у вас началась? Нет еще. А? Нет еще. А вот там будете решать задачи. Но там построже будет. Не решил задачу, не получишь балл. Ладно, спасибо за внимание, ребята. На этом мы закончим.